Ой, привет, привет, ребята! Что случилось? Все перевернулось вверх дном. Наверное, это потому, что к нам приехал человек с планеты Трум-Прум. Сегодня мы с вами нарисуем его портрет. Только надо его сначала поймать. Эй, ты где? Ну что, ну, ребят, начинаем! Сегодня мы с вами будем рисовать человека с планеты Трум-Прум. Приготовьте, пожалуйста, с мамой или папой, со взрослыми, с кем вы будете работать, разных вот таких вот полосочек, кружочков, овалов. Можно, кстати, приготовить для моего друга вот такую вот шляпу. Разных-разных нарезок, может быть, даже обрезков каких-нибудь, прямоугольничков, треугольничков разной формы. И сейчас мы будем экспериментировать. Это очень интересная игра. Попробуйте сделать разноцветные глаза, разноцветные волосы. Может быть, один глаз будет больше, второй меньше. В общем, сейчас будем интересно играть. Экспериментируйте, пробуйте, а потом уже приклеивайте на клей свои самые лучшие произведения, которые у вас получатся. Это будет очень-очень весело. Ну что, начинаем? Thank you.